Ребят, всех приветствую, рад вас видеть на своем канале. Сегодня у нас день 65 по HP 36,4%. Посмотрим, какие сегодня будут начисления. Погнали. Запись. Так, начисления идут по 0,20. 7 монет. Так, также начисляет по 0,20. 6 монет дал. Так, также по 0,20 начисляет. Семь монет, да, грубо говоря. Также начисляет по 0,20. 7 монет. Все, ребят, наверное, дальше писать не буду, позже включусь. Так, вот такие что-то начисления вообще не очень хорошие. 4 энергии, 140 монет. По 0,15 начисляет, и все, в общем, позже приду. Так, ребят, 5 энергий пройдено. Начисление сегодня слабое. Сейчас еще пройдет одно начисление. Вот он, по 0,15 дает, и все. Никаких ни прострелов, по 0,30 ничего такого нет. Хоть бы 800 монет сегодня набрать. 5 энергий, 213 монет. 10 энергий пройдено. 381 монета. Вот такой, ребят, отстойный показатель. Так, ребят, сейчас еще за 0,2 начисление пройдет. И все, и хватает. Начисления вообще отстойные. 0,25 самое много было. В общем, получится 17 энергий за сегодня. Сейчас посмотрим, сколько будет начислений. В общем, ну там немного будет. 500 с копейками в лучшем случае монет, наверное. По 0,15 начисляет. На улице морозяка также стоит. Минус 42 ощущается. На градуснике минус 31. Тяжело гулять сразу весь объем. 63 монеты за 2 энергии. По-хорошему было бы 100. Было бы неплохо. То есть показатель низкий. Так, вот такой показатель. 713 монет. Давайте посмотрим, сколько чистыми. Чистыми 623 монеты. Точка 38 копеек. Это за 17 энергий. Давайте посмотрим, сколько это в Солане и в долларах. Так, в долларах это у нас 186. В Солане 11,3. Вот такой, ребят, сегодня был показатель. С вас, как всегда, жирный лайк, подписка на канал. Ссылки на телеграм-канал в описании. Всем спасибо, всем пока.